Привет, друзья, гости моего канала, подписчики, ну и те, кто просто так смотрит меня. Вот. Что хотелось вам сказать? Хотелось вам сказать, я пока еще на севере, осталось две недели, ну плюс-минус два дня. Вот. Здесь я на рыбалочку не хожу, так как тут только недавно речка пошла, она сейчас поднимается. Он будет очень сильно подниматься, потому что много еще снегу лежит тут еще. Вот, в лесу полно снегу. Вот. Так что, такие вот дела. Ну, еще хотел сказать, у меня есть еще один канал, помимо вот этого канала. Ну, тот канал у меня раньше, вот, который сейчас, на котором я сейчас нахожусь чаще всего, вот. Тот у меня называется «Здрасте вам, Коми Фишинг, 11 регион». И если кому нравится, я давайте ссылочку тогда внизу оставлю. Заходите, смотрите, что там у меня есть интересного. Вот, также там распаковочка, рыбалочка, вот такая штука. Вот. Так что, кому будет интересно, прошу, заходите, смотрите. Вот, ну... Так что скоро приеду домой, будет рыбалочка, будет все. По мотору, правда, сохну, не знаю, что будет, возьму я его в этом году или не возьму. Так что, ну ладно, речь не об этом, но рыбалка все равно будет. Вот, так что, давайте, ребятки, до скорого, всем пока, всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и так далее, и тому подобное.